Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я расскажу, как я ухаживаю за орхидеями, чтобы они так пышно цвели. Давайте сначала разберемся, какие факторы влияют на цветение. Рано или поздно растение отцветает и не всегда начинает цвести вновь. Почему же тропическая красавица отказывается цвести вновь? Причина, почему орхидея не цветет, а листья растут и появляются новые воздушные корни, может быть в избытке удобрений с высоким содержанием азота. Простимулировать формирование бутонов у эпифитов помогут фосфорные добавки. Также причиной может быть больная корневая система. Корневая система является основой растения, поэтому проблемы с корнями могут приводить к тому, что орхидея не будет цвести. Обычно корни начинают подгнивать при слишком частом поливе. Также на цветение сказывается нарушение режима покоя. Одной из наиболее частых причин того, что орхидея не цветет, является неправильный режим покоя. Многие цветоводы неверно организуют уход в этот период. Неправильный полив. Орхидею нельзя чрезмерно поливать. Ее лучше не долить, чем сильно залить. Растения, которые очень часто и обильно поливаются, могут не выпускать цветоносы. Орхидея плохо переносит переувлажнение. Плохо сказывается на цветение, если растение было перекормлено. Для того, чтобы быстрее продать орхидею, на фермах используют удобрения и стимуляторы, вызывающие цветение. В домашних условиях нет такой возможности в силу отсутствия этих препаратов в свободной продаже. Но даже если бы они были, постоянное их применение приведет в дальнейшем к гибели растения, если содержание орхидеи не соответствует оптимальным условиям. Существуют определенные условия, при которых растения хорошо развиваются и цветут. Прежде всего, это обусловлено средой произрастания их на родине. Орхидеи могут частично приспособиться к условиям дома, но всему есть предел. Орхидея не достигла возраста цветения. Растение поражено вредителями или болеет. И это самое печальное. Поэтому, принеся нового жителя в квартиру, его надо в обязательном порядке обработать инсектицидом и фунгицидом. Если все условия соблюдены и нет никаких причин для отсутствия цветения, наиболее простым и популярным способом стимулирования цветения является стресс с применением перепадов температуры. Такой метод подходит почти для всех разновидностей орхидей. Чтобы растение начало цвести, нужно после завершения зимы дождаться достижения температуры на балконе плюс 16 градусов и начать выносить орхидею на ночь или день. Днем растение будет прогреваться под воздействием солнечных лучей, а ночью охлаждаться во время снижения температуры. Эту процедуру необходимо проводить ежедневно в течение 8-15 дней. После этого цветение будет обильным. Но важно понимать, что этот способ работает только в зимний-весенний период. В осеннее время растение не будет получать достаточное количество света. Также есть метод стимуляции, при котором снижают количество поливов. Чтобы орхидея зацвела, потребуется 1-2 месяца. Главное правило такой стимуляции. Нужно увеличить время между поливами в 2 раза. Не следует дополнительно опрыскивать растения, прекратить подкормки. При появлении цветоноса вернуться к прежнему режиму полива. Если цветонос сформировался, но дневного света недостаточно, нужно обеспечить досвечивание. После цветения поливы снова сокращают. Еще один способ – техника горячего душа. Этот метод подходит для всех сортов орхидей. Для стимуляции цветения требуется полить растение в обычном режиме. Облить орхидею в течение 30-40 секунд. При проведении горячего душа обязательно следует проверить температуру. Вода должна быть не теплая, но и не очень горячей. Также после процедуры нужно убрать влагу с основания листьев. Перестать поливать и опрыскивать растение в течение 2 недель. Простимулировать цветение можно при помощи специальных удобрений. Орхидею следует подкармливать каждый второй полив. В удобрениях должно быть много фосфора и мало азота. Также для стимуляции цветения необходимы калиевые компоненты, так как благодаря им происходит формирование бутонов.